перевел и озвучил Макс Набоков. На веслах через океан. Герои Атлантики. Читайте Daily Star. Первого июня 1907 года в 17:00 мы отчалили. Перед отбытием Джонатан привязал нас друг к другу в целях безопасности. Слава нашим героям! Месье Варилон, главный редактор Daily Star, все хорошо организовал. Порт был переполнен людьми. Но моя мама не пришла. Должно быть, она решила, что я сумасшедшая, но что правда, то правда. Последний корабль вернулся в порт, и мы остались в море одни, только Джонатан и я, и этот маленький дневник, в котором мы поэтапно опишем наши приключения. Наконец-то одни. Первого мая 1908 год. Завтра мы отпразднуем первую годовщину нашего путешествия. Прошел год, и на борту все спокойно. Волнует только одно. Аделаиду что-то беспокоит во сне. Но я надеюсь, что ничего серьезного. 15 апреля 1912 года. Немного облачно. Вчера вечером мы были свидетелями чего-то весьма печального. В порядке? Вам что-нибудь нужно?
К сожалению, когда мы подплыли к месту крушения, все эти несчастные души были уже глубоко под холодной водой. Сегодня утром мгла растворилась, и нам снова светит солнце. Недели, месяцы пролетали для нас незаметно. Наше путешествие проходит спокойно. Ничего особенного не происходит. Но я ощущаю, что погода собирается меняться. На другой день я смотрела нашу провизию и обнаружила, что сахара практически не осталось. Я сказала об этом Джонатану, но он притворился, будто не понял, о чем это я. 18 марта 1918 года, 3 февраля 1920 год. За последние недели мы далеко не продвинулись. Мы отвернулись друг от друга после нашего последнего спора. Любопытно, насколько мы отстали от графика. Январь 1923 год. После того, как я поговорила с ним о сахаре, Джонатан отвернулся от меня и совсем со мной не разговаривает. Я не знаю, как быть. Я не пойму, он недоволен тем, что я обвинила его, или тем, что я его разоблачила. Декабрь 1930 год. Мы снова спорили. Я так думаю, что Аделаида перевернула лодку. Хорошо, что я был рядом и держал контроль над ситуацией. Правда, я потерял свой кларнет. Сейчас она спит в своем углу, такая спокойная при этой скверной погоде. О, да. Thank you.
любовь и мужество в Саргассовом море. Уже 17 лет, как мы не получали известий от мистера и миссис Кендри, которые отправились из Нью-Йорка в весельное путешествие по Атлантическому океану. Думаю, что наше путешествие уже подходит к концу.
Земля где-то рядом, и мы это чувствуем. Вчера мы увидели дельфины. О, это было впервые. Они были прекрасны. И все-таки наше путешествие было недолгим. Да, очень коротким. Июня 1957 года к песчаному берегу была прибита одинокая лодка. Она была пуста. В ней только лежал истрепанный от морской воды дневник. На последней странице не было ничего значительного, только рисунок рыбы цвета синего облака. Выдержка из Daily Star.